Приветствую всех на своем канале, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня у меня новинка без вложений BTC Император. Значит, от создателей Bit Gorilla и от Эдхерша, от этого. Значит, это первый долларовый экран. Зарабатывайте биткоины, догикоины, рубли, доллары в одном сайте на бонусах и дорогом серфинге. Значит, регистрация здесь простая. Логин, имейл, пароль. Ставите галочку, нажимаете «Зарегистрироваться». Вход по логину и паролю. Я же войду в кабинет. Ну, вот так вот у нас выглядит главная домашняя страничка. Здесь ваш пригласитель. Так, и вот это баланс. Вот биткоин в сатошах, в долларах, догикоинах. Это опять биткоины, доллары и догикоины. Так, отображается. Вот у меня сейчас заработано сатоши, 35 сатошиков. Здесь очень много бонусов. Но в первую очередь обратите внимание на вопросы-ответы и прочтите здесь все. По поводу выплат. Значит, минимальная сумма для выплаты составляет 35 тысяч сатошей, 500 догикоинов и 750 тысяч золота. Золото выводится только оптом. То есть, если вы выводите 1 миллион 15 тысяч 550 золота, то с баланса будет списано только 1 миллион, а 15 550 останется на балансе. С выводом разобрались. Значит, смотрите теперь что. Ну, здесь вот я уже не буду все зачитывать, сами прочтете. Очень много бонусов. Смотрите, императорский бонус. Здесь вы получаете сатоши на свой баланс для вывода. Вам нужно пройти 5 вкладок, задерживаясь на каждом по 7-8 секунд, а затем ввести 2 капчи. Вы можете получить этот бонус 10 раз в день, каждые 15 минут. Значит, опускаемся чуть ниже, получите от 25 до 100 сатошей. Нажимаете на желтую вкладочку, я затягивать видео уже не буду проходить, сами уже пройдете. На желтую вкладочку и далее там по схеме. Бонус за час, каждый час. В этом бонусе вы получаете золото на свой баланс для вывода. Золото вы можете вывести на рубли или доллары, на разные кошельки. Вам нужно пройти 3 вкладки, задерживаясь на каждой по 5-15 секунд. И от 200 до 1000 золота. Опять на желтую вкладочку и далее по схеме. Биткоин бонус. В этом бонусе вы получаете сатоши на баланс для вывода. Вам нужно пройти 2 вкладки и ввести 1 капчу. Вы можете получить 10 бонусов каждые 12 часов. Перерыв между бонусами составляет 3 минуты. 15-30 сатоши мы можем получить. Нажимаем «Получить бонус» и далее по схеме. Бонус. Ой, сколько здесь бонусов. На золото. Так, в этом бонусе вы получаете золото, которое можете вывести на платежные системы. Здесь вы должны пройти 8 вкладок, задерживаясь на каждом по 7-8 секунд и ввести 3 капчи в конце. Получаем от 400 до 2000 золота на желтую вкладочку и далее по схеме. Dogecoin бонус. В этом бонусе вы можете, так, вы получаете догикоины на баланс для вывода. Чтобы получить этот бонус, вам необходимо пройти 2 вкладки и 1 капчу. Каждые 20 минут вы получаете 3 бонуса. Всего 15 в день. Вы зарабатываете до 1 догикоина. Получить бонус и далее по схеме. Ежедневный бонус. Сколько бонусов, мама дорогая. В этом бонусе вы получаете сатоши или золото. Награда определяется случайно. Что получить бонус, вы должны пройти 2 вкладки. Задерживаясь на первой 20 секунд, на второй 10 секунд. А также пройти капчу. Это самый большой бонус на проекте. Вы получаете от 55-100
150 сатоши или 1000-2000 золота каждый день. Нажимаем получить бонус и далее по схеме. Значит, здесь можно также рекламировать свои проекты, добавить терки, но я не буду здесь, наверное, рекламировать. Здесь нужно будет это все пополнять баланс, но это уже по желанию. Далее здесь есть серфинг. Вот я на серфинге получила 35 сатошиков. Значит, предостаточно как бы тут серфинга можно просматривать. Так, вопросы-ответы я вам показала. Далее, рефералы. Находится наша партнерская ссылочка. Так, далее, вывод средств. Значит, и что? Значит, тарифы. Смотрите, 750 тысяч золота – это 115 рублей. 1 миллион золота – 179 рублей. 2 миллиона золота – это у нас 432 рубля, по-моему. И платежные как бы реквизиты – это Яндекс, Payeer, WebMoney, Advanced Cash, Kiwi, МТС и криптовалютные кошельки Bitcoin и Dogecoin. Вот такой вот проект. Ну и выход. Кому интересно, присоединяемся. Как поведет себя проект, покажет время. Я думаю, что должен он хорошо поработать, потому что от известного админа и все его как бы проекты работают очень хорошо. Всем удачи, больших заработков. Продолжение будет следовать. До новых встреч!